Следствием и судом установлено, что с 2013 по 2016 годы трое жителей города Тобольска осуществляли рубку деревьев без разрешительных документов, используя при этом труд наемных рабочих. В этот период площадь вырубки составила свыше 31 гектара. Департаменту лесного комплекса Тюменской области причинен материальный ущерб свыше 21 миллиона рублей. На месте рубок задержаны 22 лица, которые были доставлены в органы внутренних дел для осуществления дальнейших следственных действий. Помимо этого, задержано 11 единиц транспортных средств, груженных лесом, а также 7 единиц спецтехники, с помощью которой осуществлялась незаконная рубка деревьев. Постановлением суда двое Тобеляков признаны виновными в содеянном. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 и 2 года условно. В отношении третьего участника уголовное дело прекращено в связи со смертью. Кроме того, удовлетворен иск о возмещении подсудимым материального ущерба.